Что вам важно понять? Что вы работаете с напряжениями. И как они... А вот теперь вопрос. А как это происходит? А что вы делаете-то? Как напряжение снимается? Создаем среду. Руками. Так вот, что же мы все-таки делаем, когда мы что-то делаем? Создаем среду. Мы сопровождаем ритмы тела. И создаем среду в руках, при которой, вот в этой среде, вот среда определенная, при которой тело себя чувствует комфортно, защищенно, спокойно. Каждая зона, если вы так уже коротко сказать, да, каждая зона в нашем теле имеет свои определенные свойства и потребности. И определенно, вот каждая зона отличается от другой. На какую-то зону нужно положить такие руки. Где-то нежные, где-то легкие, где-то мягкие, где-то защищающие, где-то поддерживающие. Вот это вот все нужно знать, какую руку положить в каком месте. Мы делаем настоящие человеческие руки, в которых тело чувствует себя защищенно, в первую очередь, защищенно. Уверенно, что не будет больно. То есть как руками передать такую уверенность, что человек лежит, и тело понимает, не опасно. Вот это вы 10 вот этих семинаров в первую очередь учились. И далее, что вы учились? Проявлять определенные физические процессы. Это движения. Поэтому, как это работает? Благодаря определенному качеству рук, а качество у нас там больше сотни. Это как это? Ну, можно сказать... спокойствие, комфортно, защищенность, помощь, нежно, ласково, там, да, вот там на самом деле вот сколько зон, и везде же оно меняется. Иногда я вам даже не могу определить, да, сказать, а вот говорю, а положить вот так, как. И вы понимаете, как. А описать у нас некоторых, вот в некоторых словах, в некоторых языках очень интересно, есть отдельное слово, допустим, легкое прикосновение к волосам. Есть отдельное слово. А у нас есть это качество в руках. И это качество очень часто мы используем. Вот. Как это так? И это, этим, благодаря этому качеству, состоянию рук, тело начинает освобождаться, само освобождаться от напряжения. Именно качество рук, это в первую очередь. А дальше мы следуем за определенными физическими процессами. И это в первую очередь дыхание, и это второе, это волна. Вот волновые движения и дыхание, вот два основных аспекта, которые в первую очередь всегда у вас присутствуют. Потому что на самом деле это сложная очень методика. И так как информацию вы нигде ее не видели, не читали, не слышали, вообще у вас этого ничего в голове нет. Тело всегда воспринимает совершенно новое, очень сложно. Совершенно новое, которое еще противоречит многим вашим знаниям. Поэтому мозги ваши внутри, они всегда противостоят тому, что я говорю. Я точно знаю, что все, что я говорю, всему, все, чему учу, это очень сложно объяснимо. Это можно только почувствовать.